Славянск-Краматорск. В Славянске сейчас работает наш корреспондент Сергей Арсеньевичев. Он на прямой связи. Сергей, здравствуйте. Как обстановка в вашем районе и в целом в городе? Здравствуйте, Ольга. Обстановка крайне тяжелая. Вот сейчас вы сможете по ходу нашего включения слышать сильные взрывы. Стрельба ведется по центру города. Вот сейчас мне видно, что, скорее всего, горит здание горосполкома. Выстрелы раздаются каждую минуту, даже чаще. Стреляют из тяжелой артиллерии, из гаубиц. Вот сейчас мы видим клубы дыма, которые поднимают ориентировочно от здания горосполкома. Есть информация о пострадавших. Силовики продолжают свою карательную операцию и теперь уже вплотную работают огнем по самому центру города. Началось это все после того, как ополченцам удалось сбить самолет. И вот тогда пошла ответная реакция, ее называют просто местью, когда был забросан центр города минами и снарядами. Есть погибшие, есть пострадавшие. Сейчас обстрел ведет также по центру города. Летят очень тяжелые снаряды. Мы слышим их свист. Потом раздаются взрывы. И вот есть информация о том, что в нескольких жилых домах произошло попадание по крышам. Также есть информация о том, что произошло попадание в купол церкви. Напомню, сегодня Троица. Ну вот город практически весь вымер, даже наше журналистское сообщество сейчас находится в подвале, на улицу практически никто не выходит, нет понимания, куда еще могут прилететь снаряды. Да, спасибо, Сергей, берегите себя.